большие, блядь. А, вы тент поставили, да? Тот раз приезжал, тента да, не было? Да, 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 тент. Дуги поставили все. Да. А, выезжали на куда? Или просто поставили? Я просто поставил, а то... Что, комплектный был, да? Лежит. А, мнется? Да. А на этом, наверное, вы работали, да, наверное? Я так думал, тоже работали. Ну, пару раз за сеном ездил. Нет, зачем вообще машину купили? Для парадов его восстанавливали? Ну, красиво. Ну, для себя делал. Так, это 62-й, да, год? Да, 60. Полностью восстановлены, перекрашены. Да, да, да. Кабину, военную кабину мы нашли. А, военная даже? Да. Она, блин, приспособлена без трамблера, без ничего доехать. А, свет у вас тут есть включить? А, свет? Посветлее, чтобы было. Или выехать на улицу, чтобы... Сейчас, на улице. Заведем, наверное. Вот я купил кузов ЗИЛ-131. Ага, 131. Он же длинный, широкий. Но. Мы его и так примеряли. Сократили, укоротили, блин. Сами, все, да? Все, да. И дуги, все укоротили. Вот она и получил. Ну да. Своя родная, как будто. Своими силами, конечно. Все подогнали, да, да. Подогнали, да? Подогнали, да. Все подошло идеально. Кузов новый. Кабина. Она почти. Там никакой ржавчины не найдешь. Вот военные, для военных целей. Где воду бить, блин? Ну да, она с консервацией, наверное, была, да, такая? Из тех времен, блин. Металл хороший был. Никакой ржавчины не найдешь в кабине, блин. Кабин. Ну, я вот на старика взял этого. Но она тоже стояла у него. С будкой. Один раз проезжаю, стоит, другой раз проезжаю. Потом дай-ка зайду. Спрошу, да? Зашел, говорю, не продаешь машину? Забери, говорит, забери. Он старый, уже не ездил. Но... Резина хорошая, диски покрашены, родные. Да, вот одна резина мне надо, конечно. Ну, есть, я договорился. Зеркала только не родные. Ну, сейчас аккумулятор поставим, заведем. Вот видите, военная кабина. Вы сами, наверное, шофером, да, по молодости работали из-за этого? Шофером. Из-за этого разбираетесь у вас? Всю жизнь молодые были и на таких ездили, других машин не было, да? Ну да. После армии вот. Такие машины только нас не кормили, да? Масло. Масло хотите посмотреть? Воду посмотрим. Ну, на этом уж кататься не будем, наверное. Ну ладно. На свет выйдем. Заведу, просто. Опа. Это большая машина, под этим, по нашей. Не развернешься нигде. Есть вода. Сейчас. Радиатор родной, да? Да, родной. Да. А масло какое заливается? Минеральное? Если я, конечно, не знаю. Лукойл я залил. А, Лукойл? Всесезонка, наверное? А? Всесезонная, наверное, да? Да. Ну, сюда смысла дорогого нет, масло заливать, наверное. Все равно, наверное, жрет. Если я... Конечно, точно говорю. Не знаю, резина сделана в СССР до сих пор. Так. Подкачали, наверное? Сейчас, у него окошки есть, смотрите. А, топливо? Бензин здесь нет. Он, наверное, не на газу, да, у вас? На 80-м. Чуть-чуть что-то там. Да, сейчас. На него разы нету. Да, сейчас инжекторы, а раньше пока подкачаешь, воду посмотришь. Да. Полдня пройдет только на это. Ага. Ну так уж. Вроде бы есть. Есть. Сейчас попробуем. Должен схватиться. Мы тут раз пробовали завести, он раз, два раза схватил, и потом сел аккумулятор. Пока он холодный. Может этот... Маленько
помучает, конечно. Он газовал, видимо, может, бензина перелил, я не знаю точно. Может, пересосал. Он завелся и бац, и все. Ага. И не послушали двигатель. Ну, не получится, так не получится, ладно. Главное посмотреть. Ага. С первого раза завелась. А, нет. Расхвалили, сгладили. Сгладили мы. Он бензином запахло. Может, это пусть свечи этот. Убавили, да, подсос? А? Убавили, да? Да, убавили. Да. О, бензином запахло. Ну да. Сразу ж такой этот запах вспоминается гараже. Да, да, раньше мать. Запах бензина. Да. Они даже с бурзола тоже выходят. Где-то горают. Тем более первое время. А, холодные все. А тент на заказ шили, да? На заказ шили, да. Водонепроницаемый нам, да? Да, да, да. А, Волгу за 200, не меньше, за 200. Ну, один спрашивал Волгу, он говорит, почему цвет, говорит, не родной, почему все переделано под себя. Я говорю, ну, человек по-своему делал. Нет, говорит, ну, да. Он хочет как с завода, чтобы 60-го года вышло в родной краске, в родном цвете. А вот один товарищ ко мне приезжал, но он не говорил где. Волгу, говорит, я нашел. 5000 родной, 5000 роды, говорит. Ага. И родная краска. Ну все родное. Все родное. Ну, 1 000 000 чем-то, говорит. А, 1 000 000, конечно. Ну, конечно. Вот. Я там фотки выставил, они говорят, не родная краска. Ручник, говорит, сам, колхозит, говорит, сам. Я говорю, ну, по-своему делать, как нравится. Да. Если хочешь, купи, сам по-своему покрасить, в родной цвет серый. Да, да. Как она с завода вышла. Тем более сейчас запчасти трудно найти на нее, это ну, же... Ну, я же говорю, вот, 12 000, одна круглая просили. Ну, торговали, затеяли, там, да, ладно. Это на «Жигули» можно пойти найти? Да. Сейчас да. В магазине не купишь. Давайте, а может, выехать можете? А? Выехать. Хотел фары посмотреть, горят, нет? А, горят. Стопы там передние. Так, посмотрю, пойду. А проводку? Проводку не меняли, ничего, да? Проводка все равно. Вот на Волге я новую проводку поставил. Новый, здесь, да? Здесь нет, здесь нормально она была. Ага. Ну, горят все. Угу, вот новые поворотники. Good enough.
Сейчас все работает. О, выключайте. А нет, у вас горят фары. Вот лампочка внизу. Нет, я выключил. А, вот все. А это получается гитару сами поставили, да, вот это? А, сам КамАЗовский КамАЗовский поставил. Ну, чтоб удобнее было. Ну да. Здесь сколько у него скоростей получается? А? Сколько скоростей? Так, 4 вперед, 1 назад. Угу. 4 вперед, да? Вот, первый, второй, третий. Коробка родная, наверное, надо ставить. Родная, да. И вот. А назад не вот, через фиксатор как будто, и задний. Так, что, капот откроем, наверное? Да? Посмотрим двигатель. Рядная шестерка. Ну, тут, да. Тоже, тут тоже все порядок, да? Двигатель шестерка, да. Даже свечи родные сделаны в СССР, я вижу. Может быть. Может быть. Рядная шестерка. Ага, да, свечи родные вон сделаны в СССР. И не жалко продавать, говорю. Уже надоело, наверное. Сделаны в СССР тоже фары. Ну, фары есть у меня. Поменять надо. Это, кривой ключ, наверное, здесь есть, да? Да, да, есть. Крутить. Да, раньше. Угу. Кривым ключом и завозили. Ну, на ней можно работать, да? Конечно, можно. Сколько она? 2 тонны берет, наверное? Больше берет. Молодые мы возили рессору. Рессору, блин. Рессоры, наверное. И куда мы? А, вот сюда. Турбан ставили, блин, тут. Ага. А 50 тонн загрузили, помню, блин. Да, вот новый тент, да, новый тент, кузов. Тент новый, сзади закрывается, все. Все на цепях. Там же со скамейками, да, он идет? С скамейками, да. Скамейки. Можно сидеть, людей перевозить. Да, разложишь скамейки, пожалуйста. Человек 20 загрузил. Она военный кузов же. Ну все, понятно. Как война начнется, все сядут. Времена неспокойные, надо. Нет, чтобы не болтался я. Вот родные эти, старого образца. Родные поворотники еще. Фаркоп есть. Ну, фаркоп тоже есть. Мост не капает, ничего. Большой. Нормально. Тут редуктор какой, обычно, да? Ну, родной. Все родное тут. И коробка, и все. Да, он подвоен. Двигатель еще от комплекта есть, я говорю, по-моему. Есть. На него? На него есть. Но это уже отдельное. Ну, конечно. Я за 8 тысяч. После капремонта? После капремонта двигатель тоже. Угу. Ну, это, наверное, тоже пробежал мало? Сколько проехал? Мало ездит. Я даже не знаю. На парад, да? Вот один раз на парад выезжаю. Вот в прошлом году осенью там какой-то день нефтяников тоже вызывали. Да. Сабантуи вызывают обычно. Типа. Покататься. Да. Так, ретро машина. Ну да, 62-го года, сколько? 50-60 лет машине. Ну тут родного еще осталось. Кузов не свой. Но все равно вид-то он имеет вот этот. Ну а крылья-то уже другие нашел. Крылья, кстати, я заметил, да, они ровные. Да, крылья-то тоже. Даже мятин нет вот. Крылья другие тоже. Диски родные. Да. Это ранние же. Зеркала обычно с этой стороны вообще нету. Нет. А с другой стороны там... Маленькая такая. Кругляшка, да. Ничего не видно. В наше время разве. Никого не обгонишь. Проездишь, нет. Да, так. Ну все тогда. Закрывайте. Ладно, вот. Все. Движок снимали, кузов сняли, все. Короче. Да, все. Полностью. Все, я ваше время занял. А? Время, говорю, ваше занял. А ничего. Да. Такая ретро-машина. Ну я не тороплю. Конечно, что он стоит. Кузов новый, там кабины, крылья, ничего, как не ржав. Рама целая. Никакого ржавчины не найдешь тут. Все время гаражи она. Его помыть? Ну да. Я обычно иногда в прошлом году ездил же,
Все палец показывают. Молодец, типа. Конечно. Ну кто старые люди, они понимают. Ну да. Кто с этим сталкивался? Вот такие дела. Ну, меньше я не отдам, да. Вложил.